Друзья, всем привет! Меня зовут Маша. Я худею, похудела уже на 50 килограмм и тестирую сервис по доставке еды, в котором я вчера заказала еду. В общем, чем дальше, тем интереснее. В сервисе мне не сообщили калорийность. У меня вызвало большие сомнения, что это 1200 калорий. Здесь 1,5 килограмма еды. Вот, сейчас при вас хочу открыть. Знаете почему? В общем, что произошло? Я позвонила в сервис и попросила выслать мне информацию по весу и калорийности блюд, чтобы я могла все проверить и убедиться в том, что, ну, все у меня нормально. Вот. И что вы думаете? Мне не только не прислали такую информацию, хотя пообещали это сделать, но и вообще перестали сначала отвечать на мои звонки, а потом вообще заблокировали мой номер. Я просто не могу даже до них дозвониться. Вот, и все это мне кажется очень-очень странным, поэтому я решила более тщательно подойти, все взвесить, все записать и все посчитать, и, в общем-то, прикинуть, что это за еда такая. Так, я открыла, здесь это похоже на курицу, а может даже и свинину, потому что вот это не что иное, как свиной жир. Вот, очень так интересно. Знаете, вообще такие бывают вот случаи, честно вам скажу, когда какой-нибудь веганский сервис там сливочное масло льет, чтобы вкуснее было, когда какая-нибудь кошерная еда не брезгует там свиным салом в котлетах, вот, видели мы такие случаи, и знаете, возможно, что имеет место нечто подобное, разберемся. Друзья, удивительное рядом, смотрим. Я все взвесила, все блюдо у меня получилось 330 грамм, 210 грамм гречки и 120 грамм самой натуральной свинины, свинины жирной причем такой, в каких-то специях, она так потушена, уже так подсохла, знаете, не очень она такая прям свежая. Вот, гречка с овощами, порция такая, знаете, большая. Я даже не знаю вообще, на кого рассчитанная. Я сейчас посчитаю, и в заголовке я напишу обязательно калорийность. Но, если честно, по моим оценкам, честно, калорийность этого блюда, ну, не меньше, чем 500 калорий. А как свинины, допустим, пусть даже 120 грамм свинины тушеные, но они не могут быть никак меньше. И гречка углеводная, а уж свинина с гречкой, мне кажется, они перепутали, это, наверное, диета номер 11 для набора веса при дистрофии. Вот. Других объяснений у меня нет, в общем, такого меню. Я хочу вам сказать, что свинина – это вообще единственное, наверное, мясо, от которого я вообще отказалась полностью. Я делаю исключение только, знаете, на шашлык с друзьями или какое-то вкусное там блюдо в ресторане. И все, в повседневном меню я ее не ем, тем более в диетическом. Вот. Ну и вообще, я, кстати, попробовала, ну, невкусно приготовлено. Ради такой свинины даже не хочется нарушать свою диету. А гречечка ничего, хорошая гречка. Вот. Буду кушать. Ну, скушаю, наверное, половину порции. Вот, ну, и поделюсь еще с вами своими впечатлениями. У меня уже получилось, честно говоря, 1000 калорий. Хотя у меня еще два блюда в холодильнике. Это суп и ужин. Так что в 1200 калорий здесь не укладываешься никак. Ну, вот, и плюс еще... Десерт у меня не посчитан. Я думаю, хорошо, если 1600 получится калорий. Вот, ну, в общем, не буду жевать и говорить одновременно. Всем стройной фигуры и здоровья.